Ребята, всем привет! Очередная у нас очередной выпуск предновогодних игр, случайных на iPad с булочкой. В прошлый раз мы поиграли Evil Nun Rush, вот она. И сейчас будем в этом выпуске только вертикальные игры выбирать, то есть которые на телефоне вот так вот выглядят. Поехали. Смотрим, что у нас самое интересное тут. Funcade есть, да, но мы с нее не будем начинать. Она довольно грустная игра такая. Ну, не сильно веселая просто начинать первой. Надо что-то выбирать первой игрой. О, Going Balls, тебе понравится. Кстати, я далеко дошел, попробуешь пройти. Мне интересно, пройдешь или нет. Помнишь эту игру? Да. Но здесь сложно. Наверное. Хотя тут уровни уже повторялись. Я дошел до 150 уровня, и уровни уже по 3, по 4 раза повторялись. Но, возможно, надо нажать... Это не нажимай ничего. Нажимать новый мир. Вот, нажимать здесь. Вот, смотри. А, 20 тысяч. О, нормально, смотри. 1-10 тысяч стоит. Или это только миры, как они выглядят, не могу понять. Ну ладно, давайте за 20 тысяч вот этот мир. Типа город какой-то большой, там... 20 тысяч. Все, выбрали такой мир. Дальше мяч давайте поменяем. Я вот такой еще открыл. Есть еще вот такой, это уже открытый. Платить не надо. Все, и ты начинай. Это 151 уровень. Давай посмотрим. Здесь надо... Это разгон дает больше. Когда вот этот зеленый, это значит кати побольше надо было. Не хватило. Кати больше, но потом надо будет затормозить. Ты это смотри, в воздухе тормози потом. Больше, больше. Ты можешь давать в воздухе. Не хватило. Больше кати. Жестко. Надо вот так свайпать нормально. Так, хоп, вот. Левее, левее. Можешь контролировать еще. Все. Тормози немножко. Здесь опять надо жесткий свайп. Жесткий. Прям жесткий. Только в ту сторону. Да, жесткий, жесткий. Еще раз. Давай, давай. Это сложная игра. Но она веселая. Давай. Не хватило уже. Нет, давай, давай, давай. Вот теперь свайпай, 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 свайпай. Свайпай. Оп. Еще, еще. Давай. В воздухе это работает. Все. Это чекпоинт. Сохрани. Тут аккуратно. Тут пальчиком веди, так, короче. Так, тут падают. Да, они ничего страшного, они тебя не собьют, просто сильно не в бок не давай. Они... Ну ты сразу вправо просто, они же легко даются. Они тебя бьют справа налево, ты вправо давай, и ты не упадешь. Вот, видишь? Просто ты должна контролировать это. Последняя попытка. Еще одна у тебя есть. Вот это еще одна. Здесь повезло, но ты криво, криво ехала. Ты контролируй. Да нельзя тут разгоняться. Тут надо конкурировать. Все, проиграл. Рестарт. Теперь я покажу просто тебе, как тут проходить. Просто свайпаем здесь. Продолжаем свайпать. Ничего не надо делать. Свайпаем, 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 свайпаем. Все, чекпоинт с первого раза. Никаких проблем. Здесь немножко притормозим. Здесь спешить не надо. Вот мячик выпрыгивает. Просто, просто вот сбиваем его. Так я и говорю. Делай как хочешь. Просто думай, как лучше проходить. Ну тут я... Мне неудобно просто так стоять. А ты вот так вот случайно проехала. Можно тоже так вот, пожалуйста. Что вот, да. В прошлый раз не проехала. Здесь, здесь, кстати, не надо вот так вот. Стоим. Вот отсюда надо разгон делать. Но здесь не хватит. Я немножко вниз. Сейчас мне не хватит просто такой платформы. И погнали. Вот, пошло, пошло. Только немножко уехал. Ну ты должна сама делать. Мне неудобно сбоку играть. Ну давай, покажи, как ты. А здесь не нужен разгон вообще. Она зеленая. Там надо перепрыгнуть просто и все. Перепрыгни и остановись. Все, стоп, стоп, стоп. Ну ты просто криво. Тут надо ровно. Нет, я бы попала. Ну давай, попадай. Рестарт. Ну давай, давай, давай. Последняя попытка, играем в следующую игру. Давай. Как повезет, не повезет, давай. Тут плохо, видишь, скорость все потеряла. Нельзя было так делать. Надо было затормозить и набрать скорость. Следующая игра. Going Balls прошла. Игра у нас. Что у нас вертикальное? Я только вертикально смотрю. Здесь все горизонтальные плюс-минус. Вертикальных очень мало. Так, ну есть Impossible Date, вот такая игра. Здесь надо просто выбирать, что делать, по-моему. Сейчас посмотрим, что за игра. Ты, наверное, играла или нет? Ну, смотри. Ну, смотри. Сейчас, я сам не помню, что тут такое. Я тут играл только вот 100 уровней. Типа, да, два предмета восстанови, очень легко. Так, ну и второй. Ну... Надо было просто туда перенести. Эта игра помогла просто. Надо было туда. Ну, так сработало тоже. Так, что это тут? Нарисовать сердечко надо. И открылось. Ну, тут простая игра. Но бывает иногда очень, ну, застреешь. Бывают непонятные какие-то моменты. Крути. Я думаю, тут надо крутить просто. Так, крути дальше. Крути. Ой. Давай дальше. Так, здесь надо понять, кто куда идет. Все супер легко, давай. Супер легко, я уже понял. Ты понял? Ну, конечно. Так. Ну, да, по цвету. Все, все очень просто. Давай дальше идем.
Тут даже написано unexpected surprise. Не, типа неожиданный сюрприз. Ух. Дальше. Uncover the surprise. Где-то сюрприз, надо открыть его. Лопай, наверное, их. Ты не спеши, хоть бы насладились. Может, там что-то было бы. Дальше что, без интернета не идет? Ну ладно, не идет, значит, меняем игру. Раз хотят, чтобы мы рекламу смотрели. Jump Fever давай попробуем. Просто надо прыгать, только надо вот так вот в руки взять. Пофиг, что не видно будет, и главное, поиграй. Влево-вправо ты делаешь, он сам прыгает. Знаешь эту игру? Ты играла. Да, просто выбираешь персонажа. Ну давай Эми. И просто прыгай влево-вправо. Так, вот так вот надо. Бери вот так двумя руками. Это легкое. А здесь нельзя проиграть, тебе 40 секунд дают просто. Два раза тапать еще надо прыгать. Прыжок. Тут надо тапать еще. Двойной прыжок. Один раз и второй нажимаем. Она прыгает, и двойной прыжок делает. Вот, она выше прыгает. Здесь даже не запрыгивает. Здесь как бы уровни бесконечные, просто 40 секунд тебе дается. Если ты падаешь, секунды уменьшаются, по-моему. Здесь бонус небольшой. Такая простенькая игра. Она, кстати, уже, по-моему, в магазине недоступна, ребята, встречается. На андроиде, конечно, найти можно, а на iOS... Ты не сразу тапай, ты сразу тапай, когда она в самом верху, когда она почти падает начинает. Вот она падает, тогда нажимай тап. Не сразу, а вот когда она начинает вниз падать. Да? Вот тапай. Вот тапай. Нет, да. В самом верху, как она бежит. Вот. Ну, конечно, все. Здесь уровни бесконечные, это вот ты смогла заработать, сколько-то очков тебе дается время. Вот спасла животных. Нажимай дальше, давай другим персонажем поиграем. Старт. Персонажа возьми, только не им. Там еще что-то открыто, ты свайпай. Вот. Давай Тейлсом, или еще что-то. Ну давай этим. Просто все играют с Соником, можно другим. Тут нажимай, тут это не надо ничего. Нажимай. Все то же самое. По сути, примерно такой же уровень будет, так что готовься. Тапай тоже в конце. Вот учись сейчас в конце тапа. Вот, видишь, он далеко будет, до сих пор прыгает. Тебе надо такие собирать, где животные в клетках стоят. Видишь, вот иногда решетка такая, клетка типа. И теперь в первую очередь, и на шипы не наступать вот эти. Видишь, шипы, тут есть враги. Когда ты крутишься, ты их убиваешь, но если ты на них напрыгнешь, ты теряешь здоровье. На них нельзя падать, но их можно крутиться, когда снизу вверх. Ну вот у тебя 17 секунд, смотри, играй. 15-14. Мимо, не спасла ты. Нет. Нет, это показалось тебе. Не спасла ты. 5 секунд, после этого уровень заканчивается. Может еще спасешь кого-нибудь. Вот, нет. А тебе даже время дает. Ой, вот клетка. Блин, опять не спасла. Ты как бы их пропускаешь, их надо спасать. Все, конец времени. Но это специально сделано, что ты хотя бы что-то умела делать. Тут несложно. Тут несложно. Все, идем в следующую игру. И на эту наигрались. Дальше я рекомендую тебе в какую-нибудь... Вот одну из двух. Little Thing'ом и это, нажимай любую. Они одинаковые, это раннеры. Ну, плюс-минус одинаковые, там отличаются. Ты в это не играла или играла? Не играла. Это такие индийские игры. Для индийского рынка сделаны. Они немножко необычные. Ну, сейчас увидишь. Я не помню, какая из них лучше. Ты выбрала левую какую-то, да, или в правую. Скейтборд ты взяла, правую. Есть левая, она очень похожая. Влево, вправо, но она, кстати, сложная. То есть ты смотри наперед, что бежишь там куда. Ты так не делай, здесь очень управление плохое, ты не успеешь. На машину прыгай. Заранее вдаль смотри, вот туда даль. Не надо повторяться, ну что ты. Я говорю, просто смотри вдаль и прыгай, или что-то делай. Ты так далеко не уйдешь. По центру прыгнуть, да. Все, проиграла. Просто смотри вдали, я же говорю. Да вот... Да все знаешь ты, я же сказал. Вперед смотри на клоуна. Вот на клоуна смотри, как он идет. Хочешь, там обходи, вон по этим. А вообще по клоуну смотри, не надо лишние движения делать. Лишнее движение всегда шанс, что ты врежешься куда-то. Просто смотри наперед. Просчитывай свою траекторию движения. Вот, видишь, он так. Так, вниз, ничего не делаем, просто падаем вниз. Так... Не надо, не обязательно, видишь, можно и просто обойти. Но старайся примерно как он идти, потому что он идет путь, который можно пройти. Это можешь куда-нибудь влево свернуть, а там тупик будет, поэтому повторяй за ним. Свайп. Хорошо, налево, свайп вниз. Не надо так рано нажимать. Может закончиться, и ты врежешься сразу, как он по центру. Зачем вот это было делать? Делай как он. Не, он так не делал. Не, я смотрел. Он просто прямо бежал. Вниз, вверх, вправо. Давай вниз, так.
Тут надо аккуратненько, аккуратненько машину перепрыгнуть вниз сейчас и потом что-то вверх, вниз. Рано нажал. Я говорю, не нажимай, потому что я же вижу, что произойдет. У тебя еще попытка последняя, давай. Правее, что-то собрала ты, не знаю, что это. Так, так, ничего не делаем, мы едем просто. Вправо. Так, не надо вот движение. Так, наверх ничего не делай. Так, 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 машину перепрыгивай одну, любую. Так, собери, ладно, не надо, это была защита какая-то. Все, тут легче лево, можно и направо было. Свайп вниз. Главное свайпы правильно делать, потому что иногда нажимаешь, а игра не понимает, что ты хочешь, и поэтому ты вырезаешься. Только из-за того, что ты неправильно пальцем вводишь. Надо кончиком так, чик. Так, свайп, хорошо. Ну, пока держишься. Там дальше босс будет, хотя бы до него дойти. Но он же должен скоро быть, ты уже долго бежишь, я не знаю, чего его нету. Во, вот босс. Но босс ты точно не пройдешь. Я когда его первый раз играл, вообще ничего не понял. Очень быстрый и непонятный. Там, короче, просто избегай всего. И когда какие-то штуки, надо на них пальцем, по-моему, тыкать. Ну, а, не, вот все правильно. Все правильно. Мяч ты делаешь вот так. Все остальное перепрыгивай. Уходи от всего остального. Только мяч. Ну, перепрыгивать надо. Только мячи надо было. Вот такой босс. Давай, у тебя еще попытка заработала ты. Давай, еще может... Только мячи. Все остальное перепрыгивай. Ты вверх перепрыгивай. Ты не вправо-влево, а скорее всего вверх перепрыгивай. Понятно? Ты так не пройдешь, если будешь влево-вправо. А, ты все его пробила. Все, у него одно здоровье было. Это первая попытка. Он типа одно здоровье, потом два, потом три. И так растет. И игра бесконечная. Ну все, врезайся давай. Иди играть в следующую игру. Чтоб у нас побольше. Врежься куда-нибудь. Давай, у тебя задача врезаться. Сюда не врежешься. Давай, задача. Во, все. Все, врезались. Сейчас посмотрим награду просто. Чтобы сохранилось. И выйти можно награду не сохранить на следующий раз. Ну вот, что мы тут выиграли. Что-то выиграли. 200. Мало очень монет, конечно. Там цены высокие в магазине. Идем дальше. Вертикальные игры. Mario Kart, ну там обновление долго будет скачиваться. Не будем играть в Mario Kart, там очень долгие обновления. Тут Маша какие-то есть, но не будем играть, она не то. Miraculous, раз мы уже раннеры, это Леди Баг. Ну ты знаешь, раннер. Ну, кстати, не самый легкий тоже. Тоже очень сложно иногда. Там машины надо перепрыгивать тоже. Непонятно, где прыгать, где нет. Так, немножечко вот так давай сделаем, чтобы камера видна была. Все. Все видно, все хорошо. Выбирай 15 уровень, play. Нет, тут никого нету, назад. Play. Все, поехали. Персонажи здесь у меня не открыты. Они довольно дорогие тут. Их даже сколько я не играю, не открою. Ой, ты это, наверное, не пройдешь, какой-то босс, я сам не знаю, что делать. Короче, убегай от него. Он сейчас будет кидать что-то сзади. Вот, уходи просто. Смотри заранее на него, только на босса смотри. Только на босса. Вот у него подсказка, видишь? Влево, влево. Вот эти штуки, на которые тебе подсказывают стрелки, что там что-то будет. Уходи с этих стрелок. Вправо, вправо. Да. Уходи, уходи отсюда. Не надо, не надо никуда. Вот так беги просто. Там, где нет стрелок. Все, беги. Все, ты... Все нормально, все, прошла. Видишь, все получилось. Там что-то ты врезалась, но что-то тебя не засчитывало. Не знаю, что это было. Какая-то защита, наверное, у тебя сработала. Ну, давай, 16-й обычный уровень будет без босса уже. Плей, все. Вот это нормальный уровень, просто бегай. Прыжок, свайп, все, больше в игре ничего нет. Только прыжок, свайп, влево-вправо. Здесь до последнего двери не открываются и в конце, поэтому будь готов влево-вправо свайпать. Просто прыгай. Да, вот так вот. Вправо два раза. Так, дверь откроется. Но видишь, она либо... Да, ты должна по центру готовиться, что ты за один свайп могла попасть. Нельзя так. Обходи. Надо было влево. Это нельзя, тебе специально подсказка. Бабочек нету у тебя, к сожалению. Давай еще раз. Реплей. Сейчас получится, получше. Ты уже знаешь. Начало такое же, все то же самое будет повтор. Только дверь может другая открыться. Не левая, например, правая. Ты наперед смотри, что там вдалеке смотри. Вот туда, вдаль смотри, вот где еле что-то видно. Видишь, он едет, сразу видно сдалека. Так, готовься, любая дверь может быть. Видишь, правая на этот раз. Здесь перепрыгивай, сразу смотри наперед, что там дальше. Где длинный... Рановато. Рановато. Ну ладно, Леди Баг сложновато для тебя. Давай дальше поменяем Леди Баг на какую-нибудь более интересную игру. Давай Мистер Бин Сэндвич. Короче, простая игра, можно бесконечно играть здесь. Пальцем влево-вправо. Палец, ставь палец. Ставь палец, не отпускай его. Держи, все, не отпускай, все. Он очень медленно двигается, ты не надо так вот жестко двигать. Ты совсем чуть-чуть двигай. Нельзя так. Я просто говорю, ты неправильно ставишь палец. Он просто едет от точки начальной. Просто ставь по центру и все, и забудь. И чуть-чуть двигай его. По центру ставь экрана, все. Ну, ты же смотри, куда и надо. Так ты же... Игра настолько легкая, я не знаю. Ну,
ты палец просто двигаешь. Нет, не видно, ты просто сильнее ставь. У тебя палец очень странно иногда ставится. Нет, так а что ты вправо? Она... Ты видел, как я палец двигаю? У меня вот все работает, смотри. Подожди, может быть тут вот так делать? Давай вот так сделай, влево-вправо, два пальца используй. Хорошо, вот так делай. Второй тоже готовься. Вправо-влево. Я просто говорю, чтобы не забывай. Левее. Ты смотри, как по центру он падает. Левее, левее. Он просто разрушится сейчас. Тебе 12 раз надо. Он сейчас упадет. Все, так это 12 уровень. Все, давай. Покажи, что ты уровень сможешь пройти. Это вообще легко. Я 12 уровней за один заход запрошу. Раз. Давай смотреть. Так, блин, что ты права? Так все правильно. Так она немножко сдвинулась. Надо вот ровно. Ну, блин, я же не могу. Ты же не итальянскую пизанскую башню делай. Это, а я ровно делаю. Так, давай, давай. Блин, ты вот, смотри, вот видишь, как она падает. Давай, ты еще жива, все нормально. Еще нормально не упала. Давай, пройдешь. Ты заранее немножко, вот. Ты не двигай уже в последний момент. Ты просто двигаешь, она съезжает. Просто остановись уже под конец, и все. Ты, ну, ты как-то левее немножко. Ты должна не сюда целиться, а ровно по центру. Ты просто все сейчас упадет. Она ж... Так правее немножко бери. Кидай направо, чтобы перевес направо был. Алло, это ж физика. Я знаю. Так, а что ты налево? Так, давай я с первого раза пройду. Один уровень вообще ровно, идеально. Смотри. Идеально ровно. За это сразу... 13 очков сразу дают, когда идеально. 12. Идеально. Криво. Не, ну это не так, как у тебя криво. Да, конечно. Вон, идеально все. Во, смотри. Она даже не перегибается, видишь? Вот, смотри. Во. Вам нравится, мистер Бин? Да. Все, идем в следующую игру. Так, у нас дальше что? Выбирай. Выбираю. Не что кричи. Что это такое? Не знаю, печенье. Давай Толкин Тома второго. О, давай. Вот этот пожиратель. Какой пожиратель? Ну, все, что не съест, меняется цвет у него. Да? Да. Хорошо, я не знал. Да, сыр будет желтый. Поздравляю, вы получили какую-то монету. Ой. О чем это? Так, ой, ему плохо срочно, очень. Срочно в туалет. Вот тут, кстати, не закрывается туалет. Вот ты можешь прикрыть его, но можно открыть. Блин, звука опять нету. Вот почему-то иногда... А, может, тут выключено? Нет, это когда запись идет. У меня же запись идет. Она не понимает, где микрофон. Ну, стой, ты... Ой, я хочу поесть. Я его озвучиваю, все. Вот. Не мешай. Ты что ты делаешь? Ну, искупай меня. Что ты делаешь? Просто нажми на ванну. Вот, один клик. Один клик на мыло. Так, красное мыло. Вот, давай, мой меня, мой меня. Мой, я воняю, мой. О чем это ты мечтаешь? А этого, подожди, а этого что не помыло? Его тоже можно мыть. Это, не нажимай на него, просто помой его. А, он его нельзя. Есть, а, ну так пусть поест, давай ему еще одно мыло. Он может что-то будет с ним. Давай, накорми его нормально. Он мечтает о какой-то шапочке или что это? Нажми, что это за мечта у он него? Мечтает. Ой, он толстче стал, ну-ка еще накорми. Давай хомяка, он много раз, да, давай много раз. Он сейчас лопнет, мне кажется. А, уже не хочет, да? Нет, это он когда поел, он... Отлично. Хорошо, он голодный, давай корми. Все. Голодный, окей. Голодный. Корми. Тут надо что тут? Перчик. Миксер давай, крутую вещь сделай ему. А только яблочко. Купи. Да, вот, рыгает уже. Это табаско много было. А у нас ничего нету. Купи в холодильнике, во. Ой, у нас бесконечные деньги, а что так много? А, это потому что Apple Arcade тоже, что ли, получается, для подписчиков? Что так много денег дали? Как будто я взломал игру, хотя это iPad здесь все, честно. Непонятно, почему так много. Там тоже у меня в My Angela было 7 миллионов или 8. О, давай какую-нибудь комбинацию. Давай, круто. О, чеснок. Чеснок с чем? Давай. С вот этим. А это что вот этим? Это что было? Оранж. Оранж, апельсин. Так, ну давай смотреть на его реакцию. Так. А этому тоже можно приготовить. Давай ему... Ой, перевернула. Все, iPad сломала. Так, давай приготовь еще этому мелкому. Тоже какой-нибудь коктейль, посмотрим его реакцию. Ой взорвалось. Не-не-не, что-то произошло. Это что случилось? Это взорвался. Фикс, давай, и сделай ему. Фикс? Ну, конечно, давай сделай. Давай. Две комбинации любые. Раз, два, молодец. О, будет вкусно.
Только дай не коту, а тому. Как я его понимаю. Зовут? Ты же знаешь, уже рассказала мне. Я не зовут, не знаю как. Не-не-не, это ж не это. А, это? Во, о, он цвет меняет, да? А другой, если дать, он в сушу превратится? В сушу дай. Нет, он не будет. Сушку дай. Будет чёрный. На, черный, хорошо. Все понятно, здесь звука нет, не играем дальше. Без звука неинтересно. Так, My Little Pony, там всякие эти игры, здесь ничего нету такого, во что можно поиграть. Так, крутим, 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 умно мы. Давай пропускаем дальше, посмотрим, что интересное есть. Это понятно. Вот эта игра, PJ Masks Power Heroes. Я чуть не помню, что это, давай посмотрим. Это, наверное, бег или не бег, или что это? Давай смотреть. Да, это бег, это бег. Не, это нормальная игра. Выбирай за кого просто, и бег будет. За девочку бежим. Ее зовут... Как ее зовут? Помнишь? Cat Girl? Нет, не Cat Girl. А как ее зовут-то? Забыл. Тут всего три персонажа легко запомнить. Гекко — это зеленый, я помню. Синий, как его зовут, синего? Забыл просто. Забыл, как их зовут. В общем, тут просто бежать, на самом деле. Но иногда, если рано прыгнешь, ты врежешься. Поэтому не спеши. Так, в идеале надо прыгать. Это я даже не знаю, что... А, это способность. Нажмешь, сейчас что-то будет. Нажимай. А, она полетит. Влево-вправо, как в Subway Surfer'ах примерно. Собирай. Вправо было получше. Много звездочек потеряла. Тут концовка есть. Тут не бесконечная. Тут миссия в конце будет просто конец, и все, ты прошла. То есть тут нету такого бесконечного. И персонажи здесь отличаются вообще ничем, по-моему. Только способность. Но это ты эту игру, по-моему, не играл. Или играла вот эту? Так откуда ты знаешь, что способность отличается? Но здесь, по-моему, нет разницы. Тут все просто... Хотя нет, это летает, а тогда что зеленый делает? Не, ну здесь негде ползать. Здесь обычно... Я про эту игру. Я ж про эту говорю. Мы про эту говорим. То, что там где-то в другой игре, это понятно. Мы про эту говорим. Здесь я не знаю, что будет зеленый делать. Она летает. Да неинтересно проверять. Просто может не бонус не выпасть. Вот ты... А, ну ты не добежал. Нажимай 50. Ну давай, добежи. Без помара хотя бы. Сколько тут осталось? 1000 шагов, наверное, где-то надо. Сейчас вот 800, не знаю. Или тут сколько-то звезд надо собрать, я вот точно не помню. Тут надо было смотреть вначале, наверное, написано, что сделать надо. Вот еще способность твоя же, бери ее по центру. Вот такая должна у зеленого быть, она типа другая. А, все, два раза способность надо было. No, не надо. А, next надо было, наоборот. Ну ладно, хорошо, прошли, выходи в меню. Там домик, это меню. Вы подтверждаете, вы уверены? Хорошо. А здесь способности сверху можно апгрейдить, как ты видишь. У этого по 1000 у нас не хватает. А вот у OLED. OL, кстати, OLED. Вот видишь OL, три буквы, видишь? Да. Это сова по-английски, так что будешь знать. OL. Все, нету. А другие как зовут другого? Покажи мне. Gecko, так, а того? Catboy. А, я Catgirl говорил, вот, Catboy. Все, это мы все изучили. Давай дальше. Следующая игра вертикальная у нас. Puzzle Cats, вот эту ты помнишь. Это типа Tetris, но нужно разместить правильно. Помнишь, ты играла? Uh-huh. Новый пазл нажимай. Вот, сейчас крестик нажимай, и игра начинается. Вот. Здесь есть котики. Да, кстати, погромче сделаю, чтобы ты слышала. Музыка здесь хорошая. Они мяукают. Все коты по-разному. Ну ты смотри, тут если неправильно, можно передвинуть потом. А вот звука не было, значит это неправильно. И тут есть подсказка, когда звук такой, значит это правильно. Ты, может, первого кота неправильно поставил? Левее просто поставь, левее подсказываю тебе, левее на один квадратик вниз. Нет? Тогда убери, не знаешь где, убирай, другого ставь. Не, не тоже не то. Убирай тоже, мы не знаем где. Ты подумай, где вот точно на 100% знаешь. Вот. Вот здесь, значит, этот, все. Этот ты не знала, не трогай пока его. Вот, теперь правильно ты его поставила, вот. А можно в меню убрать вот эти подсказки, ты будешь играть и не будешь знать, потому что так легко с этими подсказками. Без них это совсем другая игра будет. Ты будешь делать, а потом придется подменять, все заново начинать. Ой, что ты нажала такое? А, следующий, ну давай еще один. Так, здесь сколько частей? 5 частей, мало, кстати, как-то. Ну вот подумай, где там на карте тебе кажется, что что-то размещено. Ну не все правильно, тут давай бери. Ага, ты эту хочешь, хорошо. Так, куда эту? А, ты на кота нельзя. Я так, да, они дерутся, не любят друг друга.
Это они, кстати, переодеты. Это у меня открыт скин такой бесплатно открыл я. То есть они же не так выглядели, они обычные коты какие-то были. Это можно поменять там в меню. Ну, давай еще один уровень. Что написано? Вы 37-й. Нажимай ОК. Можем переодеть их, давай. Так, меню нажми. И где-то тут коты. Close нажми. Здесь коты внизу, видишь, кастомайз. Кастомизация. Вот. И каждый код можно выбирать. Можно блоки менять, коты. Выбирай на котах. И можно выбрать. Вот обычный. Нет, это обычный первый. А это второй крутой. Вот можешь все вставить обычные. Для разнообразия. Вот, тут уже три вида. Можешь третий взять. Выбирай, чтобы у нас было разнообразие. Видите, какие коты тут. Ну все, оставь каких-то такие. Все, давай, дан. Еще один пазл нажимай. Вот он какой. Play. Так. 7 частей. Смотри, сразу большая, ее сложно ставить, по ней можно ориентироваться. Так, первое правильно. Теперь красный код. Непонятно, куда его ставить. Нет, что-то не то. Видишь, подсказка тебе. Ладно, убирай, неизвестно, куда его ставить. Сюда вот этого кота. Теперь что? Так. Так, правильно. Так, это непонятно. Вот сюда. Здесь тоже непонятно. Сюда? Все. Ну, это легко. Там есть эксперт режим, там сложный уровень. Там. Все. Эта игра поиграли. Давай дальше. У нас еще есть время. На одну игру давай. Какую-нибудь одну вертикальную игру. Что у нас тут? Red Bull, они все не подходят нам. Вот. Мистер Бин. Простая игра. Ну, как бы простая, но сложная. Далеко не пройдешь. Здесь надо просто держать веревку. Либо чуть-чуть, либо сильно. Никуда нельзя врезаться. Не спеши. Там сейчас шипы какие-нибудь будут. Там нельзя спешить. Собирай эту. Да, надо сильнее нажать. Ты смотри, чуть дольше держи. Тут нельзя так долго думать. Но не спеши, все равно время есть. Это я открыл подводный мир. У него обычный был скин раньше. Так, чуть-чуть. Не, там надо было совсем чуть-чуть или совсем сильно. Тут два варианта. Чуть-чуть это просто тап и отпускай. Можешь так нажимать. Вот сейчас тренируйся, вот. А сейчас сильно нажми и держи долго, все. Когда далеко ничего нет, можешь сколько угодно держать, ты никуда не упадешь дальше. Тут есть максимально прыжок. Не надо было так, чуть-чуть надо было. А поэтому и игра такая. Здесь очень надо думать правильно, не спешить. Вот, аккуратно, чуть-чуть. И теперь не сильно долго и не сильно это. Вот, получается, видишь, какой тут? Надо было совсем. Ты запоминай, сколько ты держишь. Вот полсекунды, секунды, а вот так вот надо. Пим, и сразу засчитай секунду. Так, чик. Вот как-то вот ты палец на так вот, как на стол ставь и примерно прикидывай. Сильно теперь держи, максималка. Все, отлично. Видишь, не было. Здесь тоже близко-близко, и потом максималку держи. Все, отпускай. Нормально. По чуть-чуть. Ничего нету, не спеши. Можно так упасть. Тут высоко нельзя прыгать. А, это надо собрать, походу. Да, аккуратно, аккуратно. Здесь чуть-чуть, а потом сильно, сильно, максимально. Все, давай, хорошо, чуть-чуть. Не спеши тут, не спеши, зачем так рисковать. Максимально, но отпускай. Хорошо, пока легко. Не спеши, близко подойди, потом максималка жми. Давай, держи, все. Прыгай чуть-чуть, чуть-чуть. Тут бывает еще какая-нибудь западня. Это собирать можно. Все, ну ладно, последняя игра была такая. Прошла 182, твой самый высокий результат. Это, походу, вот этот. Все, значит, поиграли мы сегодня в вертикальные игры. Что-то придумаем на следующий выпуск. Тоже какую-нибудь подборку. Может, страшилки, может, файтинги, может, еще что-то. Может, все подряд. Правильно? Правильно. Все, спасибо, что смотрели. Подписка, лайк. И рекомендуйте, какие игры нам еще скачать. В описании пишите через запятую хоть 5 игр. Я потом скачу. У нас еще 50 гигабайт свободного места на iPad. Все, всем пока. Удачи, с наступающим. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.